Всем привет! Сейчас у нас на тесте петарды супер-бомба от фирмы «Русский салют». 4 штуки упаковки, маркировка РК-1830. Вот так вот со всех сторон выглядят петарды. Вот. Вот супер-бомба. Значит, с обратной стороны. Вот обратная сторона упаковки. Вот петарды, эффект. Эффект мощнейший супер хлопок. Через тире так и написано. Вот. Второй класс опасности. Так, вот сами петарды. Здесь две синих, одна желтая и одна красная квадратная петарда. Вот. Вот так вот выглядит петарда. Ну, например, красная. Вот супер бомба. Вот такой вот квадратный взрывчатый элемент. Большим петелем зеленым. Вот. Вот точно такая же желтая. Во. И вот синяя. Вот. Только фитилю как-то неправильно. Перевернутая надпись. Вот. Так, сейчас взорвем красную петарду. Так, ну, сейчас. Давайте поджигаем. Это нормально бахнуло. Вот куча ошметков от этой квадратной петарды. Вот такая вот красная фольга. Всем привет. Сейчас мы будем взрывать точно такую же петарду, только, как видите, в другом месте. И это уже синяя. Поехали. Это да. Мощно. Куча ошметков. Теперь давайте желтую. Ну, приступим. Мощно они взрываются, однако. Ошметки. Офигеть. Как это так быстро взрывается вообще? Ошметки как от гранаты.